Светлана Вахотина работает детским врачом лором 36 лет. За это время отоларингология скакнула далеко вперед, в основном с технической стороны. Недавно в ее кабинет поставили новый лор-комбайн. На этом многофункциональном устройстве врач может делать целый комплекс процедур. До этого мы промывали, например, уши шприц-Жанне. Вот вы представляете, шприц-Жанне, его выносишь, ребенок в панике. Даже родители тоже. Здесь совершенно хорошая насадка, промывается очень легко. 19-ю поликлинику Канавинского района оснастили новым оборудованием в рамках федерального проекта развития детского здравоохранения. Стоимость закупленного оборудования более 10 миллионов рублей. За эти деньги оснастили несколько кабинетов. Также в поликлинику поступил новый авторефрактометр. Он служит для обследования глаза ребенка. Можно проверить дальнозоркость, близорукость или астигматизм. Если раньше на эту операцию уходили минуты, сейчас считанные секунды. Сейчас у врача-офтальмолога Александра Матякина очередной пациент. Девочки осматривают глазное дно на цифровой ретинальной камере. Если раньше мы закапывали глазные капли, то есть что вызывало много трудностей, и в последнее время это не очень хорошо при эпидобстановке, то сейчас мы можем бесконтактным путем на расстоянии все это сделать и посмотреть уже на экране. Если специалист сомневается в поставке диагноза, фотографии можно отправить коллегам, значит, вероятность своевременного и качественного лечения возрастет. 19-я поликлиника обслуживает 30 тысяч детей из Канавинского района. Медучреждение субсидируется не только из федерального, но и областного бюджетов. На протяжении 3 лет мы каждый год активно участвуем в закупке оборудования. В первый год мы получили цифровой рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, кардиограф, дефибриллятор. В последующие годы мы получали оборудование для офтальмологического кабинета, лор-кабинета. Аналогичное высокотехнологичное оборудование поставят в десятки медучреждений по всему региону. Это значит, что на новый уровень выйдет не только эта поликлиника, но и все детское здравоохранение Нижегородской области. Олег Лавров и Алексей Каляхин. Время новостей.